Дорогие жители Вотлесского района, уважаемые друзья, поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Сегодня самый народный и светлый праздник нашей страны. Это день нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм. Именно советский народ сыграл решающую роль в победе над фашистской Германией и понес самые большие потери. 27 миллионов человек отдали свои жизни за свободу и независимость. Мы по праву гордимся тем, что свой достойный вклад в победу внесли более 1800 жителей нашего района, которые мужественно сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. 1072 из них остались на полях сражений. В нашем районе практически нет семьи, которой бы не коснулась война. К сожалению, мы впервые отмечаем этот праздник без наших дорогих ветеранов. Вечная им память. Победу над врагом ковали и труженики тыла. Женщины, старики и дети работали, не считаясь ни со временем, ни с тяжелыми условиями, ни с нехваткой продовольствия. Каждый помогал фронту как мог. Дорогие друзья, сегодня мы низко склоняем головы перед павшими на полях сражений, отдаем дань глубокого уважения ветеранам и труженикам тыла, отстоявшим независимость нашей Родины, пережившим тяжелые испытания и сумевшим ценой огромных жертв освободить мир от фашизма. К сожалению, нынешнее положение не позволяет нам отметить этот праздник достойным образом, но, как и во всей стране, все запланированные мероприятия мы обязательно проведем после того, как ситуация станет безопасной. Уверен, что мы выйдем победителями и в этой борьбе, став еще сплоченнее и сильнее. Для нашей страны 9 мая был и останется навсегда священным. В этот праздничный день желаю всем нам счастья, здоровья, мира и благополучия. Берегите себя.